Приветствую вас. Надо сказать, что проблема ревности партнера необычно уникальна тем, что в ней присутствует всегда, ну, вообще как и в любом межличностном конфликте, две стороны. Первой стороной, естественно, выступает девушка, которая ревнует, которая тревожится, которая подозревает, которая боится, которая считает, что она не единственная, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, здесь, на первый взгляд, вполне себе можно вообразить, представить, что она, к примеру, ну, допустим, виновата, то она, к примеру, допустим, такая вот неадекватная, вот, что она, к примеру, допустим, такая вот, значит, странная, да, и так далее, вот. Но, с другой стороны, очень важно, чтобы вы сами, не давали ей какого-либо повода, да, для ревности. То есть, если вы с уверенностью, вот если вы прямо сами с уверенностью можете сказать, что поводов для ревности вы ей не даете, да, вот сами, то в таком случае можно действительно с уверенностью сказать, что у девушки есть проблема. То есть у девушки проблема именно с тем, что она ревнует. И это целиком и полностью ее проблема, потому что вы абсолютно правы, когда говорите, к примеру, что почему вы должны терпеть там какое-то, ну, допустим, хамское отношение, да, к вашим интернет-подругам, если это действительно подруги, если вы с ними, ну, не флиртуете, если вы с ними не флиртуете, то есть это очень разные вещи, это очень разные моменты, но вместе с тем это очень и в то же время очень деликатная история, деликатный момент. Вам нужно отдавать себе в этом отчет, понимаете? Если вы сами ничего не делаете для того, что, ну, не флиртуете со своими подругами, да, и вообще с женщинами, если этого не происходит, и девушка ревнует, тогда у нее проблема, и вам нужно совершенно точно сказать ей, что, дорогая, извини, ну, вот, как бы, я тебя люблю, но ты ревнуешь, и свою ревность, знаешь, как бы, портишь наши отношения, вот, понимаете? Но деликатная история, именно деликатная история здесь в том, вот именно, именно деликатность ситуации в том, что вы можете неосознанно, сами подсознательно, значит, ее провоцировать. Это первое. Второй момент заключается в том, что была ли ревность у девушки всегда. То есть, если у девушки ревность была всегда, то есть, вот просто всегда у нее была ревность, да? Ну, просто вот она всегда ревновала, всегда. То в таком случае, если она всегда ревновала, и вы ее... Вы ее принимали такой ревнивой, то это уже ваш выбор. Это уже вопрос вашего выбора, почему вы
значит, ну, ее приняли вообще, да, вот. Из-за чего, ну, как вы ее приняли? Если она начала ревновать там, допустим, спустя там какое-то время, да, значит, что-то изменилось. Вы поймите, что ревность разрушила не одни отношения. Ревность разрушила не одни отношения, и может разрушить и ваше. Если вы не скажете, если вы не будете вести себя так, что это именно проблема девушки, что это именно проблема, это именно, ну, скажем так, да, может быть, это расстройство, это психологическая проблема. Вот. И относиться к этому нужно так. То есть не считать, что, к примеру, там она вот как-то, значит, ну, она как-то специально, да, значит, ну, что она специально там ревнует, что она специально ведет себя так вот, ну, плохо, да, вот, что она специально хочет вам там навредить, допустим, и так далее, что она так, что она такая вот, допустим, злая хамка и прочее. А вы такая, соответственно, жертва, да, и все как бы. Вот. То есть это момент, вот этот момент, вот, он, на мой взгляд, этот момент, нужно все-таки выделить, вот, вам. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше, вы пишете, что мне делать, да? Что мне делать, чтобы что? Чтобы что делать? То есть вы можете разобраться в себе, проанализировать свое поведение. Вы можете гармонизировать отношения с своей девочкой, то есть принять ее, безусловно, такой, какая она есть, вместе даже с ее ревностью. Но, если для вас это реально. Дальше. Подскажите, пишите вы, с кем и что не так в данной ситуации. Я думаю, что ни с кем ничего не так. То есть все, в принципе, естественно. Просто вопрос в том, что вас связывает. Вопрос в том, почему вы вместе. Вопрос в том, по какой причине вы выбираете быть в отношениях с ней. Вот что важно. Понимаете, какая история? То есть, момент, он на самом деле в этом, по факту. Поэтому, вот, собственно, я думаю, что, конечно, ревность девушки – это симптом, вот. Конечно, ревность девушки – это такая достаточно серьезная проблема. Это понятно для отношений. Но не так что-то и не с вами, и с вами все в порядке. И с ней, в общем-то, тоже все в порядке. Вот. Я считаю, то есть именно вот говорить о том, что что-то не так с кем-то, ну, значит обвинять, да, полностью возлагать ответственность именно на кого-то из вас, а это неверно.
это, ну, это деструктивная позиция, это деструктивный путь. Вот. Поэтому смотрите сами, если вы, к примеру, любите свою девушку, да, если вы хотите быть с ней, то нужно так и сказать, что дорогая, я ничем, значит, тебе, не даю тебе повода для ревности, да, я ни с кем не флиртую и так далее. Вот. А то, если ты не чувствуешь себя, единственной, да, то это вопрос как бы в твоей неуверенности в себе. Вот, например, можно так сказать. Можно сказать просто, что, к примеру, я вижу, что я не делаю тебя, значит, счастливой, да? Вот, соответственно, давай мы с тобой обратимся к психологу вместе вдвоем и поговорим, пообщаемся с психологом, попробуем решить наши с тобой проблемы. И поймем, кто из нас что не так делает, потому что на себя со стороны не посмотришь. Вот. К примеру, это вот, ну, один как из вариантов, когда вы пишете, да, что вот я не специально так общаюсь, значит, молоденькая подает так там общается, будто ее рядом нет. Но это, конечно, скорее восприятие вашей девочки такое. Но опять же, если вы скажете об этом, если вы скажете, что вы знаете, что у тебя там такое восприятие, то как бы, ну, ничего особо не изменится, понимаете, да, ничего особо не поменяется в этом смысле, к сожалению, потому что она, ну, все равно будет чувствовать себя, она все равно будет чувствовать себя так. Так, и она будет считать, что все против нее. То есть ревность это. Ревность это, в общем-то, тотальное недоверие к себе. Понимаете? Вот. Ревность это именно вот. Тотальное недоверие себе как человеку, ну, как личности, скажем так. Вот, вот это, в принципе, такая история. Вот. Это, в принципе, такой момент. То есть, чего вы хотите? Хотите, там, допустим, ее обвинить сейчас? Если вы хотите сейчас, допустим, ее обвинить, там, ну, в чем-то, да, к примеру, вот, то, ну, я лично не думаю, что это хорошая идея, сколько-нибудь, вот. Не думаю, что сколько-нибудь хорошо будет ее обвинять, даже если она действительно ревнует, потому что обвинение это в глубине души то, чего она ждет. Она ждет, что вы докажете ей, что с ней что-то не так, если это действительно, вот, как бы, ну, ревность такая патологическая, вот. Поэтому вы ведете себя просто как равный ей. Вы ведете себя как равный ей. А это, ну, как бы, это не совсем правильно. Вот, потому что вы не равны. Вы не равны. Вы не равны, и вы не можете быть равны в силу того, что вы явно более уверены в себе, чем в себе человек. Но продолжая вот в таком контексте находиться в отношениях, вы вполне можете стать созависимым партнером,
И вот уже в созависимости ничего хорошего быть в принципе не может. Именно в созависимости. Поэтому вот тут момент, он такой, на мой взгляд. Вот, то есть это вот, ну, так можно интерпретировать. То есть, видите, вот вы говорите, почему я должен позволять ей поносить незаслуженно других девушек? Так, в том-то и дело, да, что, ну, вы не должны. Вы не должны этого делать. Вы не должны позволять ей. Но момент здесь какой, что и девушкам нужно объяснить, что она вот у вас как бы такая, да, с одной стороны. С другой стороны, себя спросить, а почему я как бы с ней, ну, почему я с ней в отношениях нахожусь. Это все очень важная история. Алексей. Так что вот, в принципе, на эти вопросы себе ответьте. И после, я полагаю, что у вас появится у вас появится представление о том, как и что вам делать. Ну, на мой взгляд, появится. А сейчас вы просто хотите от нас какого-то извне какого-то влияния, да? Вот. Так что не надо искать, с кем что не так, вот. Это тупиковый путь, искать, с кем что не так. Я думаю, что оптимальным вариантом будет это все-таки вот обратиться вам вместе к психологу, да, это первое. Второе, проанализировать свое поведение, убедиться в том, что вы никак не провоцируете ее ревность. И третье, донести до девочки, что ее ревность в данном случае это все-таки проблема восприятия. И опять же при условии, что вы сами никак ее не провоцируете. Вот. Убеждать ее в том, что она не права, не стоит, не нужно. Вот. Потому что это еще больше, ну, еще больше ее будет настраивать против вас. Ну вот, сказать, что да, я тебя понимаю, например, да, я тебя понимаю, я понимаю, что тебя беспокоит, я понимаю, что ты вот испытываешь себя плохо, вот, но дело здесь не в моем поведении, а в том, как ты это воспринимаешь, то ты считаешь, что я не там, ну, допустим, что я не должен общаться, например, с другими девочками, да, и так далее, ты считаешь, что я не должен чего-то делать, вот, и вот именно то, что ты считаешь, что я не должен, вот именно это и причиняет тебе, в общем-то, болезненность. На мой взгляд, такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам.
Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. А я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!